Глава Чувашии Михаил Игнатьев нашел время в своем плотном рабочем графике и встретился с будущей шестиклассницей Татьяной Владимировой. Михаил Игнатьев познакомился с Таней во время посещения кондитерской фабрики. Девочка находилась там на экскурсии с классом. Тогда школьница удивила главу своей мечтой – стать политиком. В ответ глава региона пригласил Таню в дом правительства на экскурсию. Таня Владимирова успевает и отлично учиться, и помогать маме и сестрам по дому, ухаживать за маленькой сестренкой и активно заниматься спортом. Баскетбол, карате, аэробика, танцы, лыжи и велоспорт. Татьяне интересно попробовать себя в разных направлениях. Глава региона это стремление девочки одобрил и поддержал. Надо заниматься, вот определили сегодня, как бы сказать, на одном виде спорта или на двух видах спорта. Надо заниматься и подружек практически тоже вовлекать. Почему я говорю, мы очень много построили и в шаговой доступности эти спортивные объекты для того, чтобы могли наши жители и младые, и старые заниматься, давать определенную физическую нагрузку. Мама Тани признается, что ее дочь очень целеустремленная, всегда добивается поставленной цели. Учит языки, рисует, танцует и очень любит читать. Сегодня в коллекции девочки появилась еще одна книга. У вас уже многое есть, присуще вас, поэтому вот почитайте, соответственно. Одно дело интернет, но книгу вы любите читать, насколько конечно. Я знаю. Поздравляю. Спасибо вам. Отличница большое. Татьяна. Успехов, удачи, радуйте родителей, будьте всегда успешны. Я дальше хочу осуществлять свою мечту, я дальше хочу становиться политиком, то есть буду стремиться все дальше и дальше, поднимать планку все выше и выше. То есть я реализую эту мечту. Перед тем, как бы я приняла свой первый закон, я бы вообще узнала, я бы пообщалась с людьми, То есть мне бы хотелось узнать мнение людей. По уже сложившейся традиции маленькой гостье показали столицу Чувашии с высоты птичьего полета.